В этом году усть-каменогорцы широко отмечают день рождения города и день Конституции Республики Казахстан. Праздничные мероприятия продолжаются в каждой точке города. На Новой набережной за Дворцом спорта организовали традиционную вечеринку «Вайт-пати». Ежегодная вечеринка под открытым небом в стиле «Вайт-пати» прошла в усть-каменогорске. Мероприятие организовано в рамках празднования Дня города и Дня Конституции Республики Казахстан. Главное условие – гости праздника должны быть в белом. Горожане постарались соблюсти дресс-код. Сегодня я впервые участвую в празднике «Белая вечеринка» в нашем городе. Я пришла с друзьями. Это очень интересно и весело. Это второй раз, когда я участвую в этом мероприятии. И мне оно очень сильно нравится. И я очень надеюсь, что его будут проводить еще много-много раз. Я надеюсь, что я смогу присутствовать на нем. Программа мероприятий состояла из различных игр, конкурсов, развлечений и активностей. Организаторы постарались сделать праздник ярким и запоминающимся. Мы хотим, чтобы это был у нас семейный фестиваль. Люди всей семьей, с маленькими детьми, с большими детьми, просто взрослые люди приходили и приятно, комфортно проводили время. Дали небольшое задание, небольшую интрижку, чтобы все были в белом. Для того, чтобы на позитиве, в белых, позитивных тонах закончить лето, подвести такой итог летнему сезону, чтобы все были в белом. Всего у нас на сегодняшний день на зонах работают около 20 интерактивных зон. Праздничный вечер продолжился выступлением артистов и творческих коллективов города, которые подарили гостям и жителям города массу положительных эмоций. Алия Симбинова, Каусар Идаятказы, Жаксылык Серикбек, Алтай Акпарат. На сегодня.